Друзья, привет, на связи Денис. Сегодня будем разбирать токен сейл на CoinList, который называется Immutable. Токен у него будет Immutable X с тикером IMX. Вот, в принципе, есть у нас токен на CoinList. Он еще нигде не торгуется. Впервые на Public Sale он будет выходить на CoinList 8 сентября. И этот ролик будет актуален до 3 сентября. Потому что до 3 сентября, до 00.00 по UTC, еще будет возможность зарегистрироваться, пройти верификацию и, соответственно, зарегистрироваться непосредственно в самом паблик сейле, токен сейле на такой площадке, как CoinList. Все, что после 3-го, это будет уже не актуально, у вас не получится, сможете его в дальнейшем просто купить на какой-либо из бирж, где он будет торговаться. Также в этом видеоролике будут ответы на вопросы на CoinList, которые нужно будет дать, и, в принципе, покажу все это на собственном примере, что куда кликать и как регистрироваться в токен сейле на примере токен сейла вот этого вот Immutable X. Итак, поехали. Я зашел на CoinMarketCap, нашел этот токен и вижу вот, что как раз upcoming IO у нас идет, и это все чудо у нас будет на CoinList. Опускаемся мы ниже, видим сразу же ссылочку с CoinMarketCap на CoinList, нажимаем на нее, переходим. Далее видим у нас две опции, первая и вторая, 8 сентября проходит и первая и вторая. Первая в 5 часов по UTC, вторая в 11 часов по UTC. UTC, если сравнивать с летним временем по Киеву, по Москве, это плюс 3 часа. Соответственно, эта опция у нас будет 20.00, эта опция будет уже в 2 часа ночи. Плюс-минус где-то так, не плюс-минус, а точно. Что это за токен? В двух словах про проект. Очень быстро, очень безопасно, нулевые комиссии, построен на эфире, и плюс это все еще будет настолько быстро, и строится этот блокчейн будет не днями, а буквально часами. В чем смысл? Смысл весь связан вокруг NFT. Смысл в том, что эти NFT можно будет друг другу перекидывать без комиссии, то есть бесплатно. Это будет очень быстро, очень удобно и очень безопасно, и построено на блокчейне эфириума. В общем, очень много приставок очень. В принципе, это все должно быть хорошо. Ну, о чем нам говорит и цена самого токена? Смотрите, вот у нас будет две опции. Минимальная цена на этот токен будет $10 за один токен, что, согласитесь, немало. Также можно будет купить за $15. И напомню, что это цена с IO, с первой публичной продажи. То есть, что будет дальше на бирже, знает абсолютно никто. Но, мне кажется, ажиотаж уже очень-таки хороший на этот токен сейл. И вполне реально может дать свои иксы. Но, как всегда, никогда никаких гарантий здесь быть не может. Все это оплатить добро мы сможем USDT, USDC, Ethereum и Bitcoin. Изначально закидывать все это на CoinList не нужно. Можно будет оплатить потом, когда вы получите аллокацию. Поэтому не спешите, сразу все деньги заводить на CoinList смысла никакого нету. Разлог у нас будет линейный. Первая опция полугодичный. И вторая опция 3 месяца будет разлог. В принципе, все. $10, $15. Минимум можно купить на $100, максимум на 500. Что в первой, что в второй опции. Здесь у нас получается методом очень сложной математики можно понять, что если каждый человек будет покупать по $500 и раздаст 400 тысяч токенов, то всего сможет поучаствовать 8 тысяч участников. Здесь получается по $500 на 600 тысяч токенов около 18 тысяч участников. Вот, в принципе, как-то так. Будут ли все покупать на максималку? Я думаю, большинство людей все-таки да, кто заходит на CoinList, те, как правило, покупают на максималку. Попадете вы в число этих счастливчиков, 8 тысяч или 18, я не знаю, я буду стараться, всех своих друзей, знакомых точно так же. Прошу, чтобы все делали аккаунты, проходили верификацию и регистрировались. Теперь давайте конкретно по регистрации на этот токен сейл. Поднимаемся в самый верх и видим кнопку Register Now, жмем сюда, перебрасывают нас сюда. Выбираем любую опцию, например, это опция 1. Я буду регистрироваться, например, и на первую, и на вторую опцию. Вы уже выбираете, как вам лучше, что подходит именно вам. Далее, меня просят выбрать мою страну, в моем случае это будет Украина, я выбираю Украину. После этого я выбираю, получается, регион, выбираю свой регион. После этого я кликаю здесь галочку, нажимаю кнопку Continue. Далее, меня перебрасывают, и вот, в принципе, нужно ответить на эти вопросы. Первый ответ это по токенам, 400 тысяч и 600 тысяч. Второй ответ, что users in the waiting room, то есть те, кто зайдут в комнату ожидания, им будет выдано рандомное место, но у них будет приоритет перед теми, кто зайдет позже, то есть в комнату ожидания заходим 100%, если это 8 часов токен сейл, ну, зайти я рекомендую хотя бы за час, за полчаса, ну, это прям край, чтобы вы попали вот эту вот комнату ожидания, еще в комнату ожидания будет очередь, я думаю, за час будет заходить абсолютно адекватно. Дальше, что это за токен, на чем он построен? Построен он на эфире. Что он делает? Он дает NFT трейдинг, то есть все правильно. За что можно купить? Купить биткоин, эфир, USDC, USDC, USDT. Дальше, по лимитам на опции. А, по цене токенов. $10 первая опция, $15 вторая опция.
Что будет с теми, кто не завершит покупку? Если вы выиграете аллокацию и вы, ну, вы выиграли место аллокации, вы зашли, указали, хотите купить на $100, но не купите, ваш аккаунт будет заблокирован, и в дальнейшем вы не сможете принимать участие в других сейлах от CoinList. Поэтому будьте бдительны, внимательны, указывайте ту сумму, которую вы точно сможете оплатить, и вы в этом уверены, а не просто побаловаться там, о, зашел, классно, ну, CoinList может потом тебя заблочить. Восьмой вопрос, где это все проходит на площадке CoinList. И девятый вопрос. Что будет, если вы будете использовать там какие-то машины, вот эти боты и субаккаунты и тому подобное, вас просто заблочат. Заблочат, значит, это вот это вот у нас. Purchases will be cancelled. Покупка будет отменена. Вот, в принципе, и все. Жмем кнопку Continue, ждем прогрузки, и мы видим, что я прошел квиз, все прекрасно. До начала этого токен сейла с данной секунды осталось 12 дней, 5 часов, 4 минуты. Желаю всем удачи, желаю всем, кто будет пробовать участвовать в этом токен-сейле, чтобы вы получили свою локацию, забрали свои токены и заработали хорошие иксы. Но, как всегда, только с холодной головой на тот капитал, который не жалко в случае чего заморозить и в случае чего потерять. Проект прикольный, проект интересный, но, как говорится, чем черт не шутит, все может случиться. С вами, как всегда, был Денис. Подписывайтесь, было интересно слушать и смотреть. Всем пока-пока, зарабатывайте.